В Ульяновском областном краеведческом музее в постоянной экспозиции хранится кожаное пальто, принадлежавшее нашему земляку, летчику-бомбардировщику, участнику Великой Отечественной войны, командиру гвардейского авиационного корпуса Ивану Семеновичу Полбину. Его передала в фонды музея в 1985 году вдова Мария Николаевна Полбина. Кожаная одежда, начиная с 1917 года, а потом в военные и послевоенные годы, была символом эпохи. Но для летчика иметь в своем гардеробе такое пальто было крайне важно. Кожаное пальто хорошо согревало на высоте, к тому же кожа – плотный негорючий материал. При аварийной посадке она хорошо защищала от огня.